Поезд Победы, передвижную иммерсивную выставку, посвященную Великой Отечественной войне, смогли посетить жители и гости областного центра. Музей, организованный на базе состава поезда, поэтапно рассказывает посетителям все основные события того периода, иллюстрируя это композициями в скульптуре, видеоматериалами и соответствующим звуковым сопровождением. Начинается наша экскурсия с довоенного времени. Это мы заходим, попадаем с вами в плацкарт, где идут люди по своим делам, еще ничто не предвещает этих страшных событий. За окном у нас июль, полдень, 41-й год, еще все хорошо. И проходя уже дальше по составу, мы уже окунаемся в военные годы, понимаем, что началась Великая Отечественная война, и атрибута мирной жизни места уже нет. Со слов организаторов, поезд мало кого оставляет равнодушным. Многие выходят задумчивыми, многие выходят со слезами на глазах. Поезд вызывает целый спектр эмоций. Остались впечатлены и биробиджанцы, делясь ощущениями, не скрывая эмоций. На самом деле эмоции и впечатления очень тяжелые и тягостные, потому что погружаешься в атмосферу этого времени, тяжелого времени, страшного. Конечно, поразила экспозиция с госпиталем военным, да, японская экспозиция. Поезд курсирует по России с октября 2020 года. За это время выставку посетили около 700 тысяч россиян. Более миллиона посмотрели онлайн-экскурсию, с которой можно ознакомиться на сайте проекта «Поезд Победы». Андрей Кирюшин, Павел Славин, Новости 21.